Очень спасибо. Дякую. Okay, I'm going to play one more piece. И сейчас он импровизирует и сыграет что-то свое сочинение мелодию. Накамура очень любит Украину, у него тут очень много друзей. Ему очень было грустно, когда в 2014 году он услышал, что на территории Украины началась война. И сейчас он хочет собирать мелодию, которая наполнена вот этими вот его неприятными чувствами, которые он ощутил, когда услышал эту неприятную новость в 2014 году.